Абисцидис акисар означает краб-убийца из пропасти. Является видом ракообразного, которое найдено на острове Черепа. Абисцидисы были ракообразными размером с собаку, которые жили в тени более крупных пожирателей плоти в разломах. Прежде всего, они являются мусорщиками. Абисцидисы не были особо разборчивы в еде. Они поедали любое органическое вещество, вплоть до мусора, а также могли питаться животными, уже мертвыми или умирающими. Небольшие беспозвоночные группировали свободные колонии внутри разлома или в глубоких пещерах. Нимфам абисцидиса, появляющимся в больших количествах, нужна вода для развития, и маленькие реки или ручьи, расположенные на дне разломов или внутри пещер, наполненные помоями и мертвыми организмами, идеально подходили. Нимфы также использовали эти реки с ручьями для миграции. Они находили незанятую часть разлома или пещеры, чтобы достигнуть зрелости и основать новую колонию. Абисцидис в росте достигал от 15 до 25 сантиметров. Длиной был от 1 до 2 футов, или от 30 до 60 сантиметров. Весил от 5 до 20 килограмм. Являлся меньшим родственником могущественного диплектора, который цеплялся за стены глубинных пропастей. Ты. Да, я не ошибся. Именно ты. Человек, который запустил данное видео. На моем канале ты сможешь увидеть самое лучшее видео не только про динозавров, но еще и связанное с научной фантастикой. И подписавшись на канал, ты никогда об этом не пожалеешь. С тобой был Дарт Сидиус. Всего тебе хорошего и удачи!